Когда учиться интересно, в детском садике номер 262 у воспитателей теперь есть возможность проводить занятия, используя новые педагогические методы. Благодаря помощи народного депутата Украины Ярослава Сухого в их арсенале появился телевизор. Первым делом во время очередного визита в детский сад номер 262 «Олимпиец» Ярослав Сухий направляется в группу, которая была восстановлена им вместе с родителями и коллективом детского сада. Совместными усилиями они превратили заброшенное помещение, которое не использовалось на протяжении 15 лет, на теплую, уютную, оснащенную всем необходимым группу. Мы, конечно, очень благодарны Ярославу Михайловичу за то, что он столько уделяет внимания нашему детскому саду. И благодаря только ему у нас открыта такая чудесная, прекрасная группа. Начало работы этой группы – это яркое свидетельство того, как и что могут добиться совместные усилия политиков, местной власти, родителей, общественности. И самое главное, когда в детском учреждении неравнодушное руководство и неравнодушный трудовой коллектив, который сам хочет что-то изменить и что-то хочет сделать. Таким я помогал всегда и помогать буду в дальнейшем. У меня впереди 5 лет. За 5 лет, я думаю, ни одну такую группу мы еще откроем и оснастим всем необходимым для наших детей. В этот раз Ярослав Сухий тоже пришел не с пустыми руками. Теперь при поддержке народного депутата в детском саду появился новый современный телевизор. Отныне дети будут смотреть в садике мультики, обучающие. Это не телевизор для новостных программ, это обучающая система. Дети здесь обучаются по темам конкретным, которые расписывает руководство этого детского дошкольного учреждения. Там о прекрасном мире, в том числе на примере мультфильма, например. Это то, что раньше у нас было в диафильмах, в диаскопах. Сегодня это телевизор. Мы на занятиях используем новые технологии. И детям очень нравится, когда используется телевизор. Все, что у нас заложено в программе «Яусвит», и мы все это будем использовать в телевизоре. В свою очередь ребята поблагодарили депутата, подготовив небольшой концерт.